Приветствую вас, Росрайхан Байратана Отель. Меня зовут Юлия Соловей, и я отвечаю за обслуживание гостей в отеле. Будучи одним из самых безопасных городов с наибольшим количеством вакцинированных жителей, Дубай открыл свои объятия и приветствует туристов со всего мира, постепенно возвращаясь до пандемической жизни. В связи с ослаблением ограничений и проведением международной всемирной выставки Экспо-2020 с огромным количеством мероприятий, это лучшее время, чтобы спланировать ваш долгожданный отпуск. Позвольте мне рассказать об изменениях, которые произошли в Росрайхан Байратана Отель. Обновление лобби новым декором и освещением, а также в первую очередь лобби-кафе, где сервируют выпечку высшего качества с большим ассортиментом чая и кофе. Обновленный бассейн с новыми креслами-подушками, зонтиками, с улучшенной аудиосистемой, а также специально созданным меню для кафе «Аквариус», который находится на территории бассейна. Созданы новые категории номеров, такие как классический семейный и премиум семейный, которые идеально подходят для семей свыше 6 человек. Номера вы всегда сможете забронировать через туристические агентства России и стран СНГ. Отель расположен в самом центре, на центральной улице Шейх Заид Роад, поблизости от самого большого торгового центра в мире Дубай Молл, самого высокого здания в мире Бурдж Халифа, пляжа Ля Мер, а также других туристических достопримечательностей. Также отель предлагает бесплатный трансфер на пляж Ла Мер. Забронировать отель вы всегда сможете по указанному адресу, ну а мы с нетерпением ждем вас и всегда рады приветствовать вас в нашем отеле в скором времени.